Привет всем слушателям гаража. В сегодняшнем видео, ребята, я бы хотел вам показать, как нужно запаивать отверстие под парктроник в бамперах. В общем, процедура довольно-таки простая, ну, может быть, кому-то пригодится. Итак, поехали! Ну, ребята, если вам понравилось видео по ремонту бамперов, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и увидимся на разрушительном гараже.